Всем привет-привет, Калов Ради, у нас вечер Калов Ради. По-гречески, сумму купили в супермаркете, вчера, сегодня мы ездили погулять в Ларису, и на обратном пути заехали в супермаркет. Я купила сгущенное, что-то оно так примялось у меня, ну, господи. Сгущенное молоко, Гала Захаруха называется, привет, Константин. Сказали тебя показать, он уже в пижаме носится, приехали домой. Вот, Гала Захаруха это сгущенное молоко в Греции. Вот оно вот так вот, карфуровское. Да, тебе дам, сейчас откроем, да. Я хочу пить. Сейчас дам тебе, подожди. Купила сегодня маскарпоне. Вот такую вот, одна в подарок идет, одну берешь, и другая в подарок идет. Там на витрине был купон, берешь купон, и да, тебе дают в такую вот в подарок берешь. Динусу йогурты. Подожди, да, можно, пить-то. Можно, конечно. Так, кри-кри, Динусу йогурт, будешь йогурт кушать? А пиачи такой, который я... Вкусный, да? Берешь школу. Дин берет школу. Еще есть его шляпная. Томатная паста 500 грамм, не было 50 грамм, 250 граммовой. Ну ничего, ладно. Так, крышку себе, как всегда, Дамаскин, вот видите? Смотрите. Подожди, Дин, да, еще Динусу игрушку купили, да, потом покажем. Вот такую вот. Это красить волосы буду, купила я. Опять крем-галактус, вот делать опять буду торт, моим понравилось, это безумие. И молоко вот такое карфуровское, молоко, 3,5% липара, 3,5% жирности. И молоко вот такое дельта, тоже греческое, фрешку гала, 100% линейку проемт. 3,5%, это. Да. Это. Да, сейчас откроем. Позови папу, он тебе откроет, я не смогу. Так, сыр фета мы купили, сыр фета. Вон пошел. Короче, у Динуса это самое. Посадится батарейка, некогда и болтать. Короче, стоит сыр фета. Ну-ка, давай. Нет, не работает. Света нет. Ну-ка, свет, включись. Вот так вот. Вот, хорошо. Вот стоит он 8 евро 53 цента. Да, ладно. 8 евро 53 цента, заплатили 7 евро 16 центов. Так, что тут у нас пустой пакет. И печенье савояд, да, все знаете, карфуровское я купила сегодня. Оно намного хуже, чем то, которое я покупала раньше, но тот дороже, это намного дешевле. Здесь 400 грамм от того печенья, которое я покупала. Но все равно здесь 4 ряда. 3-4 ряда вот так вот. Тоже будем тортик делать. Вот, вот такой вот. 4 по 100 грамм. 400 грамм. Будем делать тортик. Так, ладно. Что еще здесь у нас? А, меня спросили про макароны. Как-то я заикнулась в одном видео, что макароны в Греции. Подожди, Дин, подожди. Да, я сделаю видео. Нет. Вот, даю. Вот, макароны у нас в Греции разделяются все по номерам. Я взяла вам карфуровские, буду делать пастицу, что у меня были, и там макарошки кушать. Вот. И здесь я только взяла 3 вида, а так остальное у нас идет от номера 1 до номера 10. Вот видите, 3, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Они все разные макароны, они все разные по толщине. Это вот тоненькие спагетти называются, да, вот видите. Господи, ну это камера, ну давай фокусируйся, нету батареи, не работает. Ну вот они такие тонкие. Вот эти вот номер 10, они... Вот такие толстые, видите, там дырочка. Вот это вот макароны. А, это третий номер. 10 я не купила, да? Хотела десятый купить, толстый самый. Ну вот, купила третий, видите, они самые толстые такие вот. И вот уже толще идут. И вот здесь... Ой, 10 купила. Самый толстый, первый номер надо было купить. А здесь пятый номер, они вон, видите, какие. Вот какие они потолще, толстые? Дырочка поменьше. А 10 это самые тонкие, вот такие вот, видите. Самый первый у нас этот, самый толстый. Так что, когда приедете в Грецию, какие вы макароны хотите, если вы хотите потолще, берите там номер 6, номер, например, и там 7, 8 потолще. И 10 третий, самый тоненький. Или третий. Или третий, и есть первый, второй еще. Там еще толще макароны, они там такие толстые. Вот, кто меня спрашивал про макароны, девочки, объясните, сказали, покажите. Все макароны я 10 номеров не куплю, 10 евро на них тратить я не хочу, потому что когда мы их скушаем, ну вот, чтоб вы знали, кто мои подписчики, я не помню, кто меня девочка спрашивала, показать и сказать. Так что вот так вот, ведь макароны номер 5, номер 3, номер 10,
И они все вот так по порядку. Есть даже еще лапшичка такая тоненькая-тоненькая, она идет без номеров. Вкрученные-крученые всякие такие виды всяких макаронов, разных-разных. Целая куча, они тоже идут уже без номеров. А вот такие вот плоские, такие вот, они все с номерами. Все, я заканчиваю свою болтовню. Уже заколебала я вас за сегодня, наверное. Наболталась, нагулялась, находились. И все, я заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. И до встречи на моем канале. Ждите тортик обещанный. Я обещала тортик еще один сделать. Я сделаю еще один тортик, другой. Не такой, который я вам показывала, а чуть по-другому. Тоже очень вкусный, очень классный. Ждите, когда я его сделаю, не знаю. Ну, все купила для этого. Для приготовления того торта, который я еще вам покажу. Все, всем пока, всем успехов и оставайтесь на нашем канале.